Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что сделано заявление о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Это заявление от других заявлений э, и от желтушных заголовков отличается тем, что сделал его спецпредставитель президента России Мединский, бывший министр культуры. Довольно интересный момент был, когда девушка встала, э, она журналист или блогер, я так и не понял, она задала ему вопрос. Как мне своим подписчикам объяснить, что все это время на сцене были такие, как Хаматова уехавшие там и так далее. Ну, про Пугачева что-то там было сказано. В общем, те люди, которые полили грязью, сбежали там, кто сбежал, кто полил грязью, еще что-то. Мединский, взяв слово, очень долго так молчал, сказал, что это сложный вопрос. Когда он пытался его решить, он говорит, мне на голову вылилось столько всего. Потому что вы сами понимаете, что у них есть свои покровители, конфликты интересов начинаются и так далее. То есть это уже пятая колонна, которая проникла очень и очень, э, так скажем, глубоко, если можно так выразиться. Да? И среди прочего, он сказал, что вы знаете, я хочу сказать, что э, э, они все вернутся, они все вернутся. Давайте вот я хочу, чтобы вы тоже послушали. очищается. Но это не значит, что оно очистится. Почему? Поверьте, они все вернутся. И будут стараться возвращаться потом. И будут рваться на экраны, где большие гонорары. Вот, друзья, буквально ну, небольшой отрывочек. Но, еще раз скажу, это говорит спецпредставитель президента, да, бывший министр культуры. Он говорит о том, что они все равно все вернутся сюда. То есть, означает ли это, что те люди, которые высказались против операции, те люди, которые наговорили очень много всего, они вернутся и будут дальше спокойно зарабатывать деньги? Знак вопроса. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Значит, друзья, самая актуальная и важная новость для нас всех на сегодняшний день, это, естественно, события в сопредельном государстве особо чувствитель направление Лиман, Херсон, мои ролики на остросоциальные политические темы. Все это в моем телеграм-канале Будда Гришна Новости. Переходите, подписывайтесь, делитесь в соцсетях. И здесь на YouTube, друзья, есть канал, он называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.